think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня немочка, и решил я потестить полковника, которого собрал по локациям, ну и показать вам, что он может, для чего он нужен. Самая имбатая имба, вот так вот мы, наверное, назовем. Тест самой имбатой имбы на моем аке. В общем, 9-й он такие, я еще надо будет пораспаковывать гарнизонных героев, подобавлять места и посливать для того, чтобы получить слизняки, потому что у меня не хватает немножко для прокачки на 10-ку. Ну, это, в принципе, это такое, это делается очень легко, и мы это сделаем, возможно, сегодня, не знаю, можно, в принципе, даже вот таким вот образом. Плюс 20 получили, да? У меня есть эти герои, что я так... Я, в принципе, их же можно через этот... Через найм понанимать будет. Сейчас это сделаем. Так, кто нам там надо? Палач. Убийца. Сейчас сделаем 10-10 быстренько. Да, я не знаю, сколько это нам надо будет там их нанимать. А, размечтался. Короче, надо вот это. Не, нифига не получится так. Ну ладно, я потом зафармлю локации, кгашки получу. Короче, позаморачиваюсь немножко, но сделаю это. Давайте так улучшим. Ну, плюс 300 получается. 5 раз надо будет мне обменять, чтобы докачать его. Так, окей. Что я сделал? Я сделал вот такую вот сборку. Единственное, по чарке, ну, мне, в принципе, на PvP локации там особо он и не нужен. Чарку я буду потом подроливать еще. Я хочу его затестировать, где-то через пару минут откроется еще у нас за пределе. Затестировать там, как он будет тащить. В общем, на такой силе, да, там, о, отлично. До 100к этот герой себя будет показывать очень и очень даже круто. Но смотрите, священные суды просто валят. Ну что, не 5-й, блин? Спектры, нифига себе. Анонимки тут просто, я смотрю, нифига себе, все последние чары падают. Сейчас пробежимся, потестируем по локациям, покажу его плюсы и минусы. Герой хорош. О, недомогание, тоже классная тема. Я раньше бегал, кстати, с недомоганием. Поехали. Начнем. Ну, в рейдах однозначно мне он поможет. Точно так же, как и на битве гильдии. Все-таки это 30-й прорыв. Я, по крайней мере, смогу там 200-х, 300-х, в принципе, бить. У меня нету здесь Фреи на аккаунте. Ну, вот он очень классно, кстати, зависает на Фреи. Надо только питомца нормального прокачать для битвы гильдий, и все без проблем будет фармиться. В общем, таким вот образом можно использовать его на рейдах, на битве гильдии, он однозначно даст вам плюс. Что по таланту, однозначно ставьте ОЗ-шку, это на сегодня самый актуальный талант для многих героев, и для него в том же случае не ставьте там никакие вальсы и прочее. Для этого надо уклонение, и ваши вальсы все равно будут пробивать, толку от этого никакого не будет. С ОЗ у него будет деф, плюс можно еще СО поставить, священный огонь, он будет просто у вас непробиваемый. Подролили ему священный суд, чарку, и вам этого с головой хватит. Кстати, он у меня уже 29-го прорыва, я немножко его докачал. С этим разобрались. Поехали, сейчас у меня как раз арена. Сейчас попробуем. Я отсюда плюхи собираю. Интересно, попадем, не попадем. Попали. А на арене однозначно, да, можно его вот. Ну, у меня, конечно, 29-й прорыв. Вы скажете, для без доната это донат. Вот у меня я накопил ресурсы. Фактически мне чуть-чуть книг не хватает. Докачать.
героя до максималки, до 30-го прорыва. Это не есть проблема для бездоната на сегодня. Так, смотрим. Против меня пачка. Интересно, кто кого? А, они мой камешек, наверное, сейчас разобьют. Если успеют. Вот посмотрите, вот, пожалуйста. Один герой против героев со вторыми эволюциями, тоже с прорывами. Единственное, там Фрея. Не знаю, какая там Фрея. Там Фрея с выживанием. Скорее всего, она хилит себя. Ну, недомогание тут, видите, еще работает на голубей, поэтому тут такое. Ну, шанс есть, конечно, ее ушатать, но попробуем, попробуем. А вот вам еще один явный пример, вот почему это просто офигенная тема для бездоната. Вот, пожалуйста, я своими нубогероями этого сделать не смог. Теперь у меня все намного проще будет. По крайней мере, с фармом локаций PvP. Сейчас мы дальше пойдем. Многие, я вот тоже, я думаю, засниму вам отдельный видосик по локациям, насколько они не актуальны на сегодня. Многие локации просто бессмысленно фармить, да, ну, битва гильдии, там ради сердечек можно пофармить, потом получить плюхи, кулаки, которые оттуда получаешь, по сути, нафиг не нужны. Арена то же самое, тут плюхи вообще никакие, но мы ее сейчас фармим ради обмена, в котором, благодаря которому, по сути, я получил, собрал его намного быстрее. Мне выпало 40 осколков. Ну вот, пожалуйста, тоже прокачал одного героя и играешь себе в кайф, и ты не паришься. Не надо там 10 героев прокачивать, мне одного хватает, чтобы 5 вынести. Без доната, вот реально, кто-то написал в комментариях, типа, теперь ты понял кайф. Да, ребят, разница очень и очень большая, когда ты собираешь бездонатного героя. Ты, по сути, на этого героя я потратил полгода, чтобы его собрать. Ну, я не особо парился, конечно, но можно за 3 месяца там Зефира собрать на Тайване, Охника намного быстрее собрать. Ну, а я на немке просто заходил, акции играл, сейчас я больше начал играть. В общем, здесь однозначно плюс, вы сами, в принципе, увидели. Поехали дальше. Дальше у нас давайте залетим в ЗБшку. Я тут просто сделаю вот так. То есть, если у вас там есть желание, вы можете однозначно здесь тоже фармить. И соло он будет выносить тоже пачки. Тем более на такой силе, то есть у вас хоть какой-то шанс, вы можете там больше усиленные другие пачки сделать. Ну, а тут противники, конечно, у нас супер-мега топовые. Так, он сейчас сольется. Я жду теперь Фрея. Я буду копить теперь ресурсы для следующего героя. Я очень хочу получить Фрею. Ну, на нее, конечно, надо будет мне дофига. У меня на прорыв к ней вообще нету. Но мне хотя бы вторую эволюцию ей сделать. Смотрите, что Роза творит. Вообще изи. То есть для этой локации тоже однозначно плюс. О, не, нас сейчас, наверное, сольют. Хотя у меня 30-й прорыв, но там 5 героев. Тоже есть Огник. 30-й прорыв не всегда, ребята, играет. Ну, нормально. По чуть-чуть вроде и сносим, но я не знаю, вряд ли мы всех затащим. Ну, держится, посмотрите, где я мог мечтать о том, чтобы я простоял против... Ну, практически. Там и Фен есть, и 17-й, там дофига топовых героев. Так, тут нас, короче, ушатают сейчас. Сейчас попробуем напасть на вторую пачку. Мне интересно на вторую напасть. Тут фобушка есть, смотрю, Фрея. Я ее тоже, наверное, не ушатаю. Но я все равно эту локацию фактически не фармлю. Но с таким героем без проблем. Но мне самое интересное сейчас... Мы сделаем тест, мы его соло поставим на запределье. Вот смотрите, вообще кайф. По чуть-чуть разбирает. Но он один, конечно, там, ну, разбирается, трю. Самое главное, чтобы он сейчас оккультиста убрал. Конечно, с Фреей будут проблемы. Для Фреи надо еще героя. Нет, тащит. Тащи давай. Так, недомогание пошло. Фобушка, смотрю, с выживанием, судя по всему, потому что нули идут. Но это реально кайф.
когда ты понимаешь, что у тебя шанс хотя бы хоть какой-то появился против других игроков. Ну, Фрей он не разберет. Ну, других разобрал. Изи просто. Ой-ой-ой, чуть-чуть нам не хватило, затащили бы. Так, окей. С этой локацией разобрались, поехали. У нас еще есть, кстати, угольная армия. Поехали, потестируем. Давненько я не заходил. Хоть посмотрю, на что я могу здесь рассчитывать. Ну, я думаю, до волны 20 должны дотащить. Это я так думаю. Но это, по сути, будет один огник тащить. Потому что тут герои вообще без эволюции. Так, пошло у нас уже обновление. Сейчас посмотрим. На сардельке у меня есть Фрея. Фрея по-своему классно, но Огник тоже по-своему хорош. Мне кажется, от Огника... Ну, Фрея, от Фрея тоже толк есть, но от Огника он более универсальный по сравнению с Фреей сейчас. По фарму мне будет. Даже те же самые подземки дальше, если тащить кошмарки. Нормальный Огник сможет затащить без проблем. Фрея тоже, в принципе, но здесь Фрея нет. Так, 17-я волна. Вот благодаря Огнику я, по сути, сейчас шатаю всех остальных героев. Хотя у меня там еще остальные живые. У меня здесь герои с воодушевлениями. Чтобы вы себе понимали, это реально офигенная тема для этой локации. И они еще живы. Нифига себе, ребят. 21-я волна. 21-я волна, и мы еще все тащим. 22-я. Ну, блин, я считаю нормальный результат. 412 лямов. Отлично. Такс, что у нас еще есть интересного? Ну, на подземках, в принципе, тут у меня слабенькие еще подземки. Когда дойдем до кошмарок, тогда уже потестируем его в полном обвесе. Дальше. Поехали, у нас уже открылось запределье, сейчас я перезайду. Посмотрим, может, акции какие-то будут. Так, что у нас есть? 400, понятно, это донатная. Больше ничего такого нового. Так, яйца. Божество Матрона. 9 на немке. Вот так вот открыли дерево. Что в дереве? Ну, вот это, конечно, тема тоже классная. Камешки для найма. Блин, ну это обалденно. Это реально топчик. Это есть смысл даже забирать. Сумка лисицы, скин. Это надо 1020 накопить. Будет и забрать как-то. Ну, это однозначно плюс. А, такс. Это мы смотрели. Что по рынку. 8 нового. Тут можно и берсерка словить. Так, окей. Поехали дальше. Открылось у нас как раз таки то, что я хотел. Запределье. Мы делаем вот так вот. Я буду пробовать одним, точно так же там, как там я пробовал Фрей. Здесь я хочу попробовать именно походить 30-м прорывом. Что он сможет сделать? Надо на него только еще питомца поставить. А, сливается, сливун. Ну, конечно, это не Фрея. Фрея с 30-м тут разваливает поярче. Сейчас попробуем пэта поставим. Для того, чтобы их блокировать сразу. А, у меня еще даже эмблемы нету, ребят. Так вот, мы еще и бегаем без эмблемы. Басы. Так, что у меня тут по эмблемам вообще есть? 96-й левел надо прокачать.
Вот тогда. Так, давайте пэта поставим. Тут супер пэта. 96-й. Попробуем. Там 80 с чем-то у меня, по-моему. Ну, эмблема просто, она в любом случае нужна. Нифига себе, мы выдаем даже без этого. Офигеть. Вот почему это, ребята, самая имбатая имба для бездоната. Ну, конечно, зефир тоже тащит. Но зефира посложнее собрать сейчас. Ну, по крайней мере, на Нимке. Более-менее на Тайване там вообще изи просто собрать. Зефира, так, докачиваем. Так, еще один. Вот теперь он будет у нас тащить. Так, ну я поставлю. Делаю то, о чем я говорил. Правда, у нас СС-ка. Мы ее убрали. Поехали, попробуем. Места не хватает, да? Будем нападать на всех подряд, посмотрим. Но у меня и сила, надо учитывать то, что у меня сила выросла тоже конкретно. Ну, смотрите. Просто кайф. Получаю я дамага 4500. В форме. Ну, дамажу по 100, по 180. По 180. Но это пока, ребят, первый этаж. Так, а вот с Ронином у нас... Не, мы шатали Ронина, отлично. Смертушка сейчас убьется. Должна, по крайней мере, сама убиться. Так, давайте лайт, по лайтовому, по бырику посмотрим, затащим и затащим. Ну, вообще отлично, смотрите, что он творит. Кайф. Просто кайфуешь. Ну, сейчас на втором у нас тоже, наверное, появятся огники. Я тогда офигею. Но именно здесь недомоганием хороший вариант будет против тех, кто хилится. Недомогание будет накидываться. Ну, точно так же, как я вам показал Фрею. Единственный вариант, это у нас Ронины еще могут напаскудить. Ну, я надеюсь, на такой силе они тут не особо имбовые будут. Так, Фрейка. Ну, против таких я показывал уже, какие надо тимы иметь. Но если я их добавлю, у меня еще усилятся пачки противника. Пока попробуем так. Так, Фрей он пробивает довольно-таки неплохо. Самое главное, чтобы она там особо не хилилась. Отлично, все. Изи просто. Просто изи, ребят. Супер. Я, например, своими обычными героями здесь бы ничего не сделал, этой Фрей, по сути. Ну, мне бы пришлось кучу сменок делать, а так, посмотрите, вообще пачка разобралась на изи. О, здравствуйте! Вот они. Вот они появились. Получил я Огника и, соответственно, начал их встречать. Все очень просто. Отлично. Ну, первый этаж, в принципе, он и так проходился налегке. Супер. Поехали дальше. Ну, видите, уже герои с эволюциями пошли. Я поднял где-то 1010, наверное, больше силы. Больше, наверное, 1015 у меня. Поднялась в последнее время из-за этого. О, здравствуйте. Из-за этого у меня начали появляться сильные пачки. Пачка драконов.
Так, ну фена, я надеюсь, мы разберем. Главное, чтобы он нас не замораживал все время. Так, отлично. Включились, супер. Тащим! Ух ты, сколько там ХП у него, я офигею просто. Ну, в принципе, мы сейчас разберем его. Сейчас он вырубится, все, отлично. Изи. Вторая эволюция тоже разлетаются. Вот настолько мне проще теперь будет фармить все локации. То есть я теперь знаю, что у меня есть хоть какой-то герой. Ну, конечно, я буду стремиться получить Фрейю. Без Фреи не все можно пройти, но Фрея нужна. Ну и без Фреи, в принципе, вот вам. Результат полгода просто захода в игру. Ну, фарма, вот я последнее время только начал фармить. У меня хватило ресурсов на 30-й прорыв. Давайте так, чтобы мы все зафармили уже. Теперь надо копить самоцвета, наверное, ресурсы и пробовать дальше ролить, дособирать некоторых драконов. Ну, шарик реально обмен вообще космический. Некоторые ребята, я читал, нормально еще и зефиров повытаскивали с найма. Реально круто. Копить ресурсы хотя бы на шарике, оттуда пробовать забирать. Точнее, не на шарик, а на этот, на дерево. Ну, третий этаж пошел. В принципе, супер. Меня такой фарм устраивает, честно скажу. Хоть и немножко дольше, потому что одним героем, но зато я уверенно буду бегать там три этажа. Да, мы встретили одного огника. Ну, раз на раз не приходится, но... Так, опять Фрея. Сейчас попробуем. Блин, вот это его зональная атака, конечно, это пушка. Что, блядь? Нас слили. Я офигею, нас слили. Это не беда. Но ушатали знатно. Этот, знаете, как у меня то были гарнизонные, ушатали один раз. Вот это точно тот же вариант. Но первых два этажа без проблем. То есть у нас есть две бесплатных попытки. Но это, конечно, прикольненько. В общем, такого героя можно использовать везде. По сути, потому что я вам показал, вы увидели, реально надо стремиться к тому, чтобы собрать либо Фрею, либо Огника первым. Конечно, Огник это будет повеселее, потому что вы сможете на многих локациях, он сразу зонально бьет, получше тащить. Да, чуть-чуть нам не хватило. Сейчас соберем Мэри по чуть-чуть и дальше уже будем пробовать. У меня там половина зефира, половина лисицы есть. Дособирать их с наборов, с каких-то плюх и дальше посмотрим. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы завезли карты и вытащить барда. На всех серваках позавозили карты. У нас, к сожалению, пока такой возможности нет. Но у нас есть другие возможности повытаскивать героев. По крайней мере, ресурсов для прокачки тоже здесь на этом серваке дают дофигища. С этим проблем никаких нет, что тоже немаловажно. Ну, остальное, в принципе, будет. Вот так вот, ребятушки, изи просто. Самое главное, чтобы здесь Ронин был не сильно имбалансным.
И все нормально, все будет. В общем, как видите, не зря я 2 дня фармил, чтобы... Да ну нафиг, что это за фигня? Это просто пиздец. Я в шоке. Вроде кажется, обычные герои, посмотрите, что они делают. Жесть. Это просто жесть. Давай, Ронька, выходи. Блин, Ронин как раз появляется, когда у нас все изи. Виктори. Виктори! 3 этажа есть. В общем, такие вот дела, ребят. Такая вот имбушка у меня на бездонате есть. В принципе, теперь будет попроще все фармиться без проблем. Я надеюсь. Так, ну, в принципе, пусть восстанавливается. Теперь нам надо добивать, набивать. Этих у нас 200. Докачаю ему еще скилл и будем дальше тащить. Блин, 30 карт надо, чтобы карту обменять. Но у меня еще есть... 3 дня, поэтому особо париться я не буду. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.